Приветствую вас. Я полагаю, что столкнулись вы с таким феноменом, как надуманное высокомерие, то есть из-за того, что вас никто не знает, и вы достигли каких-то успехов сразу. Вот, людям кажется, что вы выскочка, что вы вообще там идете по головам и прочее, прочее, прочее. И на самом деле, вот судя по вашим вопросам, которые вы задаете, представляется, что эти люди не так уж и не правы, потому что как бы непонятно, непонятно совершенно, чего вы хотите, то есть что вам нужно. А вы хотите наладить отношения с людьми, это один момент, это одно поведение. Если вы хотите разобраться в себе и понять, почему же вам морально тяжело, ну, поливают вас грязью, ну, не разговаривают с вами, наличный-то счет, по какой причине вы это все принимаете, то есть вот это нужно исследовать. На мой взгляд. И, в общем-то, очень важный момент этот, вот именно определить цель. Определить цель, определить то что вот вам нужно. А если вы хотите наладить отношения с людьми, то нужно показать им, что вы такая же, как они, да, то есть угостить их там чем-то, выходить на контакт, вот, делиться с ними, чтобы они увидели, что вы такая же, как они, что вы не считаете себя лучше, вот, если вы хотите разобраться в себе, то нужно исследовать, как конкретно вас задевает отношение людей и, ну, именно вас, вот лично вас, как задевает отношение людей с тем, чтобы изменить отношение к себе, принять какие-то вещи, вот, и понять для себя, что же вам делать. Многое зависит от, условно говоря, приоритетов, да, то есть какой у вас приоритет, к чему вы стремитесь. То есть если вы стремитесь работать, достичь определенного карьерного роста, ну, то, что вы делаете, очевидно, под это подходит. Именно то, что вы делаете, очевидно, под это подходит. А если вы хотите с людьми иметь ну, какие-то взаимоотношения удовлетворительные, если для вас данный приоритет является важным, то, соответственно, исходя из этого, нужно тоже подкорректировать свое поведение. Но для этого необходимо разобраться, что для вас важнее, и уже к этому стремиться, вот. Пока я вижу то, что вы как будто бы, знаете, вот, ни много ни мало стыдитесь своего результата, ни много ни мало стыдитесь своих успехов, вот. То есть мне кажется, что, ну, если это так, то вам нужно вот в первую очередь на это обратить свое внимание. То есть так, непринятие как раз своих успехов. Вот. А люди вам, скорее всего, завидуют, кто-то завидует, кто-то боится конкуренции, я так полагаю. Но только какое
все это какое отношение к вам имеет, большой вопрос. Вот об этом я рекомендую вам подумать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.